уважаемые гости, коллеги. Сегодня в этом зале мы приветствуем представительниц слабой половины человечества, которые сообща с любовью, тактом и взаимопониманием вершат дела, которые не под силу многим. Женщины, которые собрались здесь, выступают за общечеловеческие ценности. И поэтому такой важной и необходимой является деятельность белорусских женщин. Благодаря женщине мужчина становится настоящим офицером. Новая редакция Конституции четко прописана. У мужчин и у женщин равные права. Поэтому давайте, кто сегодня тыл, кто сегодня дает возможность стать настоящим офицером, настоящим руководителем, оставим все-таки в прошлом. Сегодня женщина действительно это во многом талантливый руководитель. Но ведь это действительно и супруга, которая умудряется сегодня сделать надежный тыл. Это любящая мама, это прекрасная жена и замечательная бабушка. Очень приятно присутствовать на таком празднике подведения итогов года, женщина года 2021. В преддверии этого все-таки прекрасного праздника позвольте поздравить вас с днем 8 марта, пожелать вам любви, настроения. Мы вас любим, мы вас ценим, мы вас очень уважаем. От настоящих мужчин, спасибо вам, что вы сделали для нас много. Благодаря вам, нашим супругам, вы стали такими, как есть. И зря, в военном случае всегда говорят, что жена на ранг, то выше мужа. Я преклоняюсь перед вами, потому что быть матерью – это тяжело и сложно. Знаю на примере своей супруги, которая воспитывает сегодня четверых, и, что отрадно, четверых дочерей. И я хочу заверить вас, что спасатели области, а Витебщине надо, готовы 24 на 7 прийти на помощь, чтобы на Витебщине у нас стало больше мам. Вот. Я, не по собственной воле, по семейным обстоятельствам являюсь активным участником вашего движения. Вы действительно очень активны, особенно после рабочие. Хотел бы пожелать, чтобы вы не забывали о своих мужьях и детях. И хочу сказать своей супруге, что у нас сегодня средний ребенок был 17 лет. Я посещаю ваше мероприятие с большим и огромным удовольствием. Без любовь и доброту вы решаете те вопросы, которые порой не под силу нам, мужчинам. Поэтому искренне поздравляю всех женщин с праздником, с номинацией «Женщина года», с наступающим женским днем. Улыбки и любви любимым твоим мужчинам. Очень приятно, что сегодня наша компания выступает партнером при проведении данного конкурса. Хочу выразить слова благодарности создателям, основателям этого конкурса. В очередной раз познакомил нас с новыми именами, с яркими индивидуальностями, замечательными женщинами, которые добились больших успехов как в профессиональной деятельности, в воспитании детей, а также в общественной жизни. Дорогие наши подруги, вы наша гордость, вы наша история, наша действительность и наше будущее. Мы вами гордимся. Все номинанты – это члены Белорусского союза женщин в нашей стране, которая каждый день показывает, что может общественная организация сделать для нашей страны. В
Для меня действительно это очень ценная награда и за, не только за профессиональные вещи, которые достигаемы в бизнесе, в работе, а это и за то, что мы несем свою гражданскую позицию в нашей стране. Это я представитель хорошего, огромного, большого коллектива женщин Витебской области, с которыми работать — это такое громкое слово, но это счастье быть рядом, потому что живешь душой, сердцем, а не какой-то необходимостью. Поэтому спасибо огромное за доверие. Проектов у нас много, будем реализовывать, будем работать сообща. I've sung a lot of songs, and I've met some better eyes.